Любая ситуация в нашей жизни важна для нашего развития. И особенно важно анализировать самостоятельно эти ситуации. В нашей жизни бывает много ситуаций. Те ситуации, которым мы даем оценку положительно, и те ситуации, которым мы даем оценку отрицательно. Те ситуации, которые мы оцениваем как свои победы, и те ситуации, которые мы оцениваем как свои ошибки. Так вот, те ситуации, которые мы оцениваем как ошибки, мы очень часто отодвигаем, забываем и стараемся на них не смотреть. А именно они, в первую очередь, важны для нашего развития. Почему? Когда мы получаем чей-то опыт, и нам говорят, плавать нужно вот так, и будут долго рассказывать, как это плавать, будут показывать, мы будем это смотреть, мы что-то услышим, но пока мы не применим это на себе, пока мы не нахлебаемся воды, и пока мы не совершим кучу ошибок, мы не достигнем умения плавать. Это лишь на одном примере. И таких ситуаций в нашей жизни множество. Поэтому каждый раз нужно пользоваться в первую очередь не чужим опытом, а проживать это на своем опыте. И ошибки позволяют нам это сделать. Итак, любая ситуация, пусть даже с вашей точки зрения она ошибочная, необходима вам для вашего развития. Берите ее, анализируйте ее, осознавайте ее, встраивайте в себя, чтобы она стала вашим настоящим опытом. И это лучшее, что мы можем сделать для себя. Радоваться своим ошибкам, анализировать свои ошибки, разбирать их детально, раскладывать по частям, делать выводы и приобретать свой настоящий новый опыт и продвигаться в своем развитии дальше.